Представь себе, значит, священник, святой отец едет в такси на заднем сиденье. Вот. И водитель как бы, ну, там, спешит, куда-то они опаздывают, и дорога все хуже и хуже, все хуже и хуже, и кочки, и бум, и бам, и трях, и туда-сюда, короче. И водитель как бы нервничает и матерится через, там, через каждое слово. Да ё-моё, да такая-то мать, да какого черта, да как же так, да то, да сё, да пятое-десятое. Вот. И в какой-то момент как бы святой отец уже все не выдержал, уже просто его по плечу да хлопает и говорит: молодой человек, я все понимаю, в жизни всякое бывает, ситуации, но нельзя так психовать, нельзя так вообще. Вот сквернословить, надо, знаете, что сделать? Надо в такой момент, когда вот вам максимально трудно, надо вот так собраться, выдохнуть и сказать: Господи, прости меня, я люблю тебя, и все. Водила говорит: да, ладно, окей, давай, посмотрим. Хоп, разгоняется, все быстрее, и ду-ду-ду-ду, бам-бум, и, короче, в самую мощную яму влетает, их выбрасывает в кувет, тачка, короче, в смятку, там стекла рассыпались, дымит из машины там дым, вот, водила там носом, я не знаю, там об этот разбил руль, и вот, протерся, выдохнул немного, говорит: Господи, прости меня, я люблю тебя. В этот момент неожиданно просто колеса сами из кустов прикручиваются к тачке, надуваются, стекла восстанавливаются, машина перестает дыметь, ее обратно выбрасывают на эту, на проезжую часть, они едут, и с заднего сиденья священник говорит: нихуя себе!